спорте. На трассе здоровья стартовала традиционная многодневная гонка «Тур де Рибас». В течение 5 дней десятки велосипедистов будут колесить дорогами Одессы и не только. Первый заезд носил название «Пролог». Это 5-километровая гонка с раздельным стартом на время. В погоне за драгоценными медалями секунд гонщики выжимали максимум из себя и велосипеда. От ближайших соперников чемпион мира в индивидуальной гонке преследования Владимир Дзюдя оторвался на 10 секунд. Ему досталась оранжевая майка лидера. Вторым стал Артем Теслер. Бронза досталась Александру Сурутковичу. Сегодня было просто отлично. Трасса хорошая. Единственное, конечно, что очень много людей отдыхающих, вот, которые не совсем понимали опасность. Вот. А так все просто замечательно. Майка, это медаль. Я почувствовал себя чем-то как на Тур де Франс. Шампанское. Супер. Завтра велосипедисты откроют первый этап состязаний. С проспекта Академика Глушко отправятся на сухой лиман. Завершить неделю велоспорта предполагалось зрелищной гонкой в центре города на улице Екатерининской. Но гонщикам пришлось внести коррективы в свои планы. Вероятнее всего, финальный заезд пойдет на Фонтанской дороге.